You guys will soon rule the world. <laughs> да, смейтесь, смейтесь, оно так и есть. <laughs> I mean, лет jokes, через 15, 20, 30 эти люди будут управлять этим миром. Как настроение, родные? Хорошо? Ползала хорошо, у всех остальных такси, да? It's half and half. Лето прошло. Summer has gone. Оно как бы и не начиналось never really, never really Господи, что было? What was that? Было три вспышки. It was just uh, so fast. <laughs> и лето нет. And summer has come oh, Хорошо, родные. Итак, мы идем слово. So we will head into the word. Давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне. Благословляем вас. Приглашаем вас быть с нами. Итак. So, Сегодня я хочу, наверное, больше не учить, а, наверное, проповедовать, вбить такой гвоздь. Today I really nail in. Знаете, потому что в последнее время я просто удивлен тому, что происходит среди христианства. What's И в частности, среди лидеров Including христианства. Как не месяц, так ты узнаешь какие-то следующие подвиги какого-то следующего апостола. By, я абсолютно понимаю, что сейчас то время, где Бог вычищает церковь, начиная с верхушки. Church, Но, дорогие мои, я сегодня хотел, знаете, немножко вернуться к стандартам But today I go back to the и поговорить почему это происходит и что сделать, чтобы этого не происходило в следующем поколении И поэтому дорогие сегодня я хочу поговорить насчет такого интересного топика so topic. я назвал этот топик так called... принципы характер и честь. Принципы, характер и честь. Самое интересное, хочу сразу подметить, что все эти вещи Бог не может тебе дать. Все эти вещи Бог ищет в человеке. Кто-то слышит меня? Поймите, поймите меня, моя дорогая семья. Бог может дать тебе дары, помазание, успех, платформу, имя. Name, title, Но сердце. Heart. Он не дает. He Он его ищет. Give. Это говорит о том что есть какие-то определенные вещи, которые мы должны выработать в своей жизни. И ты не можешь сложить это все на страну, на политику, на религию. Это ты. Давайте сегодня об этом поговорим. Так, сегодня я меньше буду учить и больше, наверное, вбивать принципы. Когда мы наблюдаем падение великих и влиятельных людей, что мы наблюдаем? People, людей, которые жили до нас, us, людей Библии, Ветхого Завета, людей, которые живут в наше время, time, что мы наблюдаем во время падения человека? Если внимательно вникнуть, то практически все они падают из-за того, что отошли от своих принципов, their характера и чести, their their honor, или не имели принципов характера и чести вообще. Никто не упал из-за недостатка помазания. No Никто не вляпался в какую-то грязь из-за того, что у него не было дара или таланта. No Вы знаете, когда я беру все вещи и суммирую их в одном, one, все падают, falls. когда они отходят от принципов чести, характера и чистого сердца. И здесь дилемма. Как бы если сказать, ну... Но все же имеют проблемы. Like say, да. Of Но поймите, когда я говорю о, 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 о внутренних вещах, с которыми ты сражаешься, я не о тебе сейчас говорю. With, все сражаются с какими-то вещами, прогрессируют, какие-то внутренние битвы проходят. Это одно. Я говорю сейчас об открытых грехах, об вещах, которые люди, люди проповедуя, имеют любовниц. They preach, they люди за кафедрой имеют гомосексуальные взаимоотношения. Люди, которые управляют церковью, спокойно могут красть из казны церкви. Я, я знаю, о чем я говорю. Я работаю иногда с пасторами и с людьми. Я не буду вдаваться в подробности, с которыми это происходит. Like и вы знаете, что я лично нахожу всегда, когда я работаю в этой сфере. У человека, который это делает, this, или сделал, or has done so, у него не было границы, не было принципа. No no Объясняю. Let me explain. У каждого из вас в машине есть, а, есть спидометр a и тахометр. A... А, я не знаю, как это объяснить. Есть стрелка, которая показывает обороты двигателя. Понятно? Like Ей тяжело, потому что это технический, технический язык. Итак, есть, есть две стрелки. So there are two Одна показывает скорость, one shows the speed. другая показывает, как вам сказать, напряжение или обороты двигателя, And one, насколько он может напрягаться. The и заметьте, что там, где обороты, там всегда есть красная стрелочка, куда нельзя оборотом заходить. Знаете, почему там стоит красная циферка, красная линия, куда нельзя заходить двигателю, нельзя газовать дальше этого? You go this Потому что ты идешь за пределы возможности этого двигателя. Двигатель перегревается, ломается, взрывается, другими словами, накрывается. Что это значит? What does that mean? Это значит, что газануть-то я могу. Really но у меня есть предел, принцип, который стоит передо мной. И этот принцип мне показывает, что туда нельзя. Поймите, семья, все ошибаются. Everybody makes mistakes. Но у кого-то в жизни есть красная линия, а у кого-то ее нет. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Are you catching the thought? То есть поймите, а, за, за, зайти за, за красную линию, to go beyond the red line... Ты заходишь, и ты газанул. Я сейчас не говорю за машину, я говорю за жизнь. General, ты где-то, короче, прогнул, прогазовал. You really, you know, much, и ты такой, ways. ух, натворил. Like, wow, really знаешь, почему ты знаешь, что ты натворил? You know you know Потому что у тебя в жизни были принципы и честь. Красная линия. А кто-то запросто, да что там, немножко венца, немножко коньячка, немножко водочки, вот мы, аллилуйя, Христос нас любит всех. Some Пьяный вдрызг валяется неделю отходняк. О чем я говорю? Семья, поймите, я знаю, о чем я говорю. Я пастор, работающий с пасторами постоянно. Ты хочешь, иметь, ты хочешь видеть принципы в своей жизни? Поставь красную линию в себя. Поставь барьер. Boundary, life. Это не говорит о том, что ты не переступишь его или не ошибешься. That that это, это говорит о том, что он у тебя есть, и ты увидишь, где ты прогазовываешь. Ты увидишь, где тебе не надо, нельзя быть. Поймите, все, даже включая того же самого принципиального Давида, он тоже прогазовал за свою красную линию. David, so Но поймите, семья, вот в чем сила. But here's where the strength is. Бог ищет тех, ни у кого безгрешная жизнь, а у кого в жизни есть красная линия, показывающая, что тебе туда нельзя. Кто-то понимает, о чем я говорю? Бог понимает нашу натуру. He understands our nature. Но, дорогие мои, у меня есть барьер, и, во-вторых, у меня есть Дух Святой, показывающий мне, где я согрешил или ошибся, и я прошу прощения. Me, and then for forgiveness. Другими словами, Дух Святой всегда калибрует мою жизнь, охраняя меня границами и принципами ты пообещал я не буду унижать и оскорблять мою жену к примеру в семье и потом у тебя был плохой день и ты прогазовал. Really Дрань -дрань 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 -дрань. и потом ты сел Другой прогазовал и спокойно спит. Ты лежишь в кровати и за голову держишься, Господи, что я натворил? Через час In hour, Будешь свою жену и просишь прощения. You for for Поймите пробле проблема не в том, что прогаз прогазовали оба мужа, но у одного была красная линия и чертань, где он должен возвратиться. Floated, Поймите принцип, принципы в жизни человека это как это как лимит скоростной лимит на дороге. Like Я могу превысить. Но я знаю, где я нарушил. Кто-то понимает? Kind of Скажите мне, как тяжело ехать на дороге, и ты боишься ну, надавить на газ, потому что у тебя ну, нет лимита, нет стоит на дороге. Кто был на дорогах, где просто едешь и тупо э, боишься ехать, потому что нет лимита, а потом узнаешь, там 50 было, а ты 25 ехал? Ты думаешь, there's... какой дурак, полчаса 25 еду на всякий случай.

Ты творишь, что хочешь. У тебя нет ничего, что может сказать тебе: сюда не ходи. You, you Семья, мы должны вернуть культуру чести и принципов назад, церковь. Мы с вами это в мире ищем. Давайте We... исправим дом. Давайте исправим наш дом. Я не говорю сейчас наш дом, я говорю церковь наш дом. И кому-то нужно об этом говорить. Но здесь дилемма. Чтобы говорить, нужно иметь to... честь, принципы и сердце. И получается, ты не находишь во многих церквях именно вот этого открытого разговора. And in many you don't find this open потому что там те, кто должны об этом говорить, морально не могут это говорить, потому что живут в грехе. И тебе и даже говорят, пастор, не надо об этом. And they even kind of shut you down. Мы живем в другое время. We live in a time. А я говорю, все пасторы, say, которые пасторы, живут в открытом блуде и имеют любовниц, sin, если не покаются, идут в ад. Repent, я не говорю о том, что у тебя ты воюешь, у тебя напряг, ты... Ты борешься, открытый грех, который скрыт тобой, и ты свободно стоишь и говоришь о Боге. Я об этом говорю. Вот почему Библия говорит, что младенцев нельзя ставить в ключевые лидерские позиции, in потому что ты должен пройти через тест, чтобы стоять здесь. Ты должен воспитать хотя бы одного ребенка, чтобы рассказывать мне о воспитании детей. Ты должен прожить определенное время в любви и понимании со своим супругом. Неважно, битвы у всех, чтобы говорить о том, что такое настоящая семья. Сюда не может выбежать 20-летнее и учить меня о принципах жизни. Кто-то понимает, о чем я говорю? Не потому, что он плохой, а потому, что он не не прошел тестировку своих внутренних ценностей. White, Но когда я вижу человека уже в возрасте, age, средние годы, старше, older, у этого я могу поучиться сказать, как ты там находишься, объясни мне, расскажи мне. Я всегда замечаю, что у этих людей есть невидимые принципы жизни, And I see that those have of life, которые управляют всеми видимыми принципами. Ты со мной? Хорошо, идем дальше. Ты берешь что-то для себя? <связь> Итак, сегодня мы проповедуем себе. So Почему меня так сорвало? So why am I so triggered by this? И эту всю неделю я немножко, знаете, ну, с, ну, с шарниров меня си. Съ... <laughs> шарниров слетел, жена ржет, она знает почему. Вы знаете, у нас knows. есть друг Джерми. Я, я не буду в подробности вдаваться, я не имею права это. I will not go into у нас есть классный друг Джерми. We have a great И вы знаете, он постоянно общается в, в кругах наших духовных отцов, друзей, проповедников. And и новость, которую он нам сказал, я к ней реально я не был готов. И я не имею, не подходите ко мне, не спрашивайте, я вам ничего не скажу, это тайна. Me, ask И я верю, что только Бог должен или может это скрыть, вскроет, если человек не покаяется. И он говорит о человеке, которого мы знаем. Человек, которого... Один из людей, которых действительно, ну как, я уважал, уважал, уважал. Понимаете? о чем of я I <кх> Есть люди, которых ты вмещаешь, слушаешь, а есть люди, которых ты действительно уважаешь и подражаешь. To, respect, you, um, kind of там находятся, там вскрытые вещи, которые в миру нет. Мир туда не переходит. А если переходит, то точно не проповедует за кафедрой. They do, they И знаете, что самое страшное? Is... Это когда человек не кается, а когда его сдают, палят. Is when the not repent, but he gets burnt. Вот что я говорю, семья, ты можешь... И этот человек, которого помазание, никто из вас в жизни, несмотря на помазание, не скажет, что у него эти проблемы. По сей день помазание покрывает все. To this day, the anointing covers everything. Но, дорогие, поймите, but некоторые just... люди говорят, как это? Some people say, How is that possible? А это как с Аароном и с Мариами. Мириам которые пошли против Моисея, помните? Вспунтовались против Моисея. Мариам была наказана проказой, а Аарона не наказали. Uh, punished, Почему? Why? Потому что на нем был ефод, или милоть поклонника, и Бог не коснулся. Но Библия говорит, когда он зашел на гору и с него была снято, это милость. Он упал, он умер. Says, of him, и часто у помазанников есть иллюзии, что когда он блудит, живет в гомосексуальных взаимоотношениях, крадет, лжет, он не наказан. Бог охраняет не тебя. God does not you. Он охраняет милость на тебе. Кто-то понимает, о чем я говорю? Он охраняет помазание. He the Он охраняет свое имя. He his name. Но придет время, But the time will come, когда начнется суд. When the will start. И поэтому я говорю очень серьезно к моему локальному и глобальному телу. So I'm my local body, my body. Если у тебя есть тайный, неадресованный грех, не там, где ты воюешь, пытаешься а где ты уже сдался, и ты живешь в, этой, игре, в, в этом грехе. Kind of так что мне делать? Я не могу его победить. Бей и бей и бей. До конца жизни бей. я 10 лет не могу. Уже я, я, я воюю 10 лет. Что мне с этим делать?

Не вздумай сдаться. Do not give up. Не вздумай разочароваться. Do not be Один Бог знает, когда придет свобода. Only God knows when will come. Один Он знает, почему некоторые вещи допущены в нашей жизни. Если кто слышал мою прошлую тему в Портленде. <свят> О, мы все имеем битву с чем-то семьями. Но одно дело биться, другое дело сдаться, to подчиниться этому греху, to kind of let the sin И жить в нем, делая вид праведности вот это грех. Признай проблему, да, есть. Yeah, admit the yeah, it's there. Помогите. Help. Помолились все, prayed. прошел пять инкаунтеров. проблема не уходит. Это говорит о том, что Бог имеет с тобой лично дело That's... на основании этой проблемы. А вдруг Он хочет не просто дать тебе победу, Он хочет завоевать твое сердце, через что ты каждый раз будешь приходить Ему. Victory, heart, Мы с вами уже говорили об овцах в Израиле в старые времена, о непослушных овечках. We talked about the sheep in the Old Testament where they were obedient sheep, where the pastor, pastor just broke the shepherd, sheep, sheepard, just yeah. broke the, the limbs, yes. Uh, uh, of the little ones who were not obedient. И кажется, Бог, ты допустил такую боль в моей жизни. Like, Но он, нося тебя на своих плечах, приучает тебя к себе. Тебе кажется, это боль, а это поводок, который тебя приучит к присутствию и славе Бога. Pain, kind of him По крайней мере, это мне мог, Бог так ответил насчет моих проблем. During... Я говорю, почему? Он говорит, да потому что ты сейчас только со но и общаешься на основании этой проблемы. Said, Сейчас я тебе дам свободу, где я тебя найду. Ау? Oh. Hey. Oh. Нет. Gone. Ты такой весь победитель убежал. You're so victorious. You fled. <laughs> Что ищет человек в Боге? So what does the person look for in God? Идентификацию, призвание, помазание, позицию и так далее. Identity, calling, position, etc. Что ищет Бог в человеке? Принципы, характер, честь, чистое сердце. Поймите, семья, мы все ищем. Я ищу, I и Бог ищет. And God и Он говорит, я дам тебе видимое на основании невидимого. Said, the visible the of the видимое мое. Visible what's to me, но платформа, невид... не платформа невидимых принципов ⁇ это твоя. But the of that's what's yours. Мы все хотим хорошие семьи. And we all want good а как мы создаем наши семьи? How do we Женщины, как вы общаетесь с вашими мужьями дома? Women, how do you with your at home? Твоя дочь сейчас смотрит. Your is you, и потом она будет искать точно такое, and she's look for the same thing, как сидит дома. Наши да руки, откуда руки растут. Я тебе уже триста раз говорила прикрутить этот бал. Him down. Сереженька сидит, больше кушает, и не знает. Он как, знаете, как побитый пес. This guy is он постоянно в чем-то дома виноват. Он не знает, в чем он узнает при ужине. He's always, like, at fault and he's Я не говорю о том, что мужик прав или женщина не права. Я говорю, ты культивируешь, ты сейчас воспитываешь принципы в своих детях. Они а видя это, начинать не только жить так, а искать того же самого. Мы со Светой знали, что у нас будут периоды, где нам нужно будет поорать друг на друга. Жизнь такая. Like Но мы сделали завет, что наши дети никогда не увидят скандала между нами. Никогда. Но мы сделали завет, что наши дети никогда не увидят Садимся в машину, уезжаем и приезжаем в запотевшие окна. И поверьте, окна потели не из-за крепкой любви. And the, the car was all steamy. Окна потели из-за того, что мы друг другу хотели доказать, где раки зимуют, и потом, где они викейшн делают. Steamy, we just, uh, но когда мы заходили домой, But when we into our house, наши дети видели стабильную семью. Our saw a Уравновешенные жизни. Lives. Семья, поймите, что это все мелочи, но They... они строят все в вашем доме. These are small details, but they in your home. Вот это маленькая деталь. Вторая деталь. Не рать, не издеваться, не избивать детей или не наказывать, когда ты в гневе, никогда. Как только Света видит, я такой, М -м -м -м, знаете, ну у тебя уже начали. Скоро поговорим с ней попозже. She's like, hey, come back later. Я понимаю, что ну, я не хочу попозже, я хочу сейчас. And I don't come back later, I now. Попозже уже будет не тот эффект. Later the will be Вы же все знаете, как оно. You know Башку сорвать надо сейчас. You gotta now. А это все неправильно, ты зацеплен эмоциями. Right. Потом смотрю, Света. She... Oh, она умеет, поверьте. She... У нас мама в доме я, папа она. У нас роли другие, разные. Ты знаешь, я говорю, света! And we call each other out. Света! <звуки> света! Все, все. То есть, ну, знаете, почему мы это делаем? Потому что this? мы видим красную линию, куда нельзя заходить. У меня вопрос не в том, что бывает ли у тебя сорванная крыша, а есть ли у тебя красная линия, показывающая, что у тебя крыша снесло кто-то слышит меня? Are you hearing me? Поставь принципы. Никогда не поздно. Lay down It's never too late. Прямо сейчас забивай принцип. Опять я не могу указывать тебе на твои принципы, я рассказываю о своих. Выросший в определенной семье, в определенных ситуациях, я сказал, я принципы выстраивал на, на основании того, как я рос, что я видел вокруг в других семьях. И вы знаете, что честно? And я доволен нашей продукцией. I am very pleased with our product. Я доволен моим сыном. Можете себе представить? I'm, Я доволен моим сыном. I am pleased with my son. Believe that? Я доволен моей дочерью. And same with my daughter. Третья еще в процессе. And the third one's still in the process. <laughs> Ничего не сделает. Подогнать возраст нельзя, но вот Can't make them процесс. Grow Ой, ну, у нас, в принципе, больше баловные такие, знаете, я, я не знаю. Мы, мы больше балуем сейчас, чем воспитываем. We spoil more than we now. Знаете, раньше, чтобы наказать, у тебя столько энергии было. To you had so much а сейчас тебе нужно, ну, преступление века, чтобы встать. But now you just, it takes so much more. Ты так сидишь и обдумываешь, а надо. You're there Света сидит на, напротив на другом диване, Андрей говорит, надо. Я говорю, слушай, ну yeah. а точно надо мне сейчас идти в эту комнату, устраивать разборки. My Она do... говорит, Андрей, надо. Really have to do all of this. ладно, я пошел. Fine, I'll go. <laughs> Это уже воспитание бабушки и дедушки, а не воспитание отца и матери. Discipline more of grandpa, grandma than mom and dad. Ну что я заметил? Когда у тебя нет эмоций, emotions, у тебя наказание превращается в дисциплинирование. Кто-то понимает разницу? Наказание превращается в дисциплинирование, и это абсолютно другая вещь. Turns into Those are very и я заметил, что Бог мне говорит, никогда не наказывай в гневе, потому что ты не просто, говорит, ты передаешь энергию зла и страха в ребенка во время наказания. Другими словами, and как мы молимся, и Дух Святой касается то или того, за кого мы молимся. Pray, Точно так, как когда нас колотит зло, поверьте, это другое помазание. Сейчас через нас совсем не Дух Святой действует. Anger, totally если это часто повторяется своими детьми, ты будешь удивлен, что начнет вырастать в твоем доме. You'll be what's up in your home. Oh, мы знаем. We know. Мы с вами большинство Советского Союза. Мы знаем, как нас поправляли. Итак, эти вещи, названные мной, Бог не может тебе дать. So, он не может тебе дать принцип Дорогие мои он благословил иова Job. но иов говорил я заключил завет с глазами не помышлять похотливо о девушках или женщинах в оригинале said, я не бог никто он говорит я поставил завет с глазами not God, not Me. поймите что честь давида довела его до престола The principles of David brought him to his position. Не то, что, поймите, это Бог не давал Давиду принципы. Он нашел Давида и говорит, нашел я человека по Поймите, семья, вы хотите что-то действительно. If you really want something. Поймите, семья, потому что когда-то видимое слетит. Because at one point all the visible will disappear. И я помню эти тесты Когда видимое просто слетает Приходит шторм и сносит Все видимое в твоей жизни tests И ты хотел бы сейчас Лычкой пастора-служителя Блеснуть, а оно все слетело wanna, like, off, И сейчас твоя реакция Не на основании твоей позиции А на основании твоих принципов и чести right position, И вот здесь ты в обнаженном состоянии

Принципы. Again, I'm repeating principles. Это не говорит о том, что я резко поставил принципы и стал безгрешным. Теперь в моей жизни праведность. Нет, я говорю, как Давид, межи мои, забор мой прошел по прекрасным местам. My my межи.

буду, они оберегают мое существо. Они оберегают мою семью, моих детей, мое призвание, мои мозги they охраняются моими принципами. My mind, my family, my Поймите, это не говорит о том, что я связан, это говорит о том, что я свободен. Abound, Свобода, знающая, куда нельзя переходить. Кто-то понимает? Есть в свободе всегда есть граница. There are in Только рабы говорят, О, у вас проблема, у вас границы. Hey, И потом или те люди связаны рабством, грехом, зависимостью. И потом они связаны с привилегиями. О, я свободен, я курю. Говорю, я свободен, я не курю. Кто-то понимает разницу? You see the difference. Я свободен, я пью. Я I'm... говорю, нет, я свободен, я не пью. I'm free, I drink. I'm like, no, 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 Во-первых, я люблю дружить с моими мозгами. First off, I be friends with my mind, my и в brain. молодости я пил, и мы знаем с вами эффект алкоголя. And we all know the effect on the brain. И поверьте, вино для меня это мусор. Это что, вином это... Я только, я, когда хотел напиться вином, я травился. Wine is just so, childish. Я говорю для... Просто травился. I just would just get Я принимал посерьезнее вещи, I was a bit more чтобы сразу ощущать to feel. потерю мозга. The loss of my mind. <laughs> mm -mm -mm. Что есть сильная личность? Personality. Сильная личность – это не деньги, не количество друзей, не одежда и не красивое лицо или фигура. Not a face, money, lots of это не связи But в высоких кругах. In high Сильная личность – это набор принципов, сильный характер и честь. It is a of honor, and a Вы заметили, когда началась вот эта пандемия, да? You when this whole Вы заметили, как принципы людей невидимые начали проверять? Did you see how the invisible principles started to shine in people? И я видел люди, которые не были, ну как, их не, ничего. Я, я думал, что их ничего не может пошатнуть. And I thought nothing can shake these people. А их ничего не шатало, потому что ветра не было. Nothing was <laughs> Понимаете, есть разница There's между, когда человек недвижим, и ты думаешь, вот это бомба. Like, wow, а у него там ни корней нет, ни принципов, ничего, это просто палку вставили в землю. No roots, no и ты такой, слышишь, стоит, как мы все, вау. И И потом... Смотришь, лежит. И ты же так стоял, потом Бог говорит, нет, он был стоял, потому что ветра не было. Семья, все стоит. Даже то, что не основано на Христе. Но Библия говорит, что когда придут ветры и, и налягут волны, наводнение придет. Они проверят не твой видимый трехэтажный красивый духовный дом, они проверят фундамент. They will not see your house. Test the Поймите, семья, всякий удар, всякие ветра, особенно в это время сейчас, у тебя должны быть железные принципы в твоей жизни. Один из моих принципов, My я послал лесом всю социал-медию. То, что я там выставляю, я ничего там не читаю. И мне жаль людей, которые днями и ночами присылают мне ролики о пришествии, ролики о вознесении, ролики о том, что вознесения никогда не будет, ролики, 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 шмолики. And send me all spam. И ты думаешь, господи, вам нечего делать? Пойди проведи в тайной комнате, свободней будешь. And you're like, do you really have nothing to do? Go. Перестань питаться этим, извиняюсь, должен сказать, дерьмом. Одно слово можно. Раньше я был повеселее. Пастор культурился. Но вы все равно все понимаете. Что тогда все понимали, тогда просто доходило резко и жестоко, знаешь, Я это, пастор это сказал или это послышал? <laughs> Были помоложе, порезче. <coughs> Сделай принцип своей жизни. Make in your life. Не питаться мусом. Вы знаете, смотрел одну. Один голливудский один голливудский актер высокого уровня давал интервью своей жизни. И хороший христианский актер, классный актер в Голливуде. Я имен не буду называть, но он, он в этом интервью одну вещь сказал. In Вы знаете, мне нравится смотреть интервью людей, которые в возрасте прожили жизнь, мне нравится вот слушать вот эти ключики. ключики. Одну вещь он сказал, которую большинство людей даже пропустили, но меня она накрыла. Missed, У него говорят, почему ты... He said, he said, uh, ну вот такой, почему ты э, всегда позитивный. Он говорит, потому что у меня есть принцип в моей жизни. Said, in life, я никогда never... не читаю комментарии в моих соцсетях насчет меня. И у него тот, который человек, который сидит напротив, берет интервью, спрашивает, почему. Asking, говорит, потому что один раз я посмотрел, said, read... послушал. Heard, говорит, это переколечило мою жизнь, мою душу и чуть не лишило меня мои, моего моего ак таланта актера в Голливуде. моего таланта актера в Потому что, говорит, на тебя из этого всего проектируется их мнение насчет тебя, а оно не имеет никакого значения. Because Opinion of you is projected and it's meaningless. Вы знаете, когда я посмотрел это, ну это принцип давно в моей жизни. Некоторые люди говорят, почему он не отвечает? Да потому что я не читаю. Some people get offended I don't reply, because don't read. И там на пиано сидят. Да ну не тратьте напряж не напрягайте. У меня нет времени идти по всем 20 моим соцсетям и читать эти ленты за лентами, а что люди думают насчет меня? Я уже достаточно стар, что меня не волнует. Я даже не, мне уже не интересно насчет меня. I'm, I'm Твое мнение интересует насчет меня. I'm not curious about my own perspective Боже of myself. мой, тут уже давным-давно все, знаете, всё изучено. Everything's already been said and done. Хороший принцип, не так ли? Great principle, don't you think? Потому что некоторые люди прочитают один комментарий, Just... и это вышибло их на неделю. Господи, что мне делать? У меня губы как два пельменя. Там написали, да, гляньте, вот это пельмени, и все, и она разбита, она не знает, что делать. She completely shattered based on the У нее губы как пельмени. Да нет, это мнение какого-то <laughs> человека насчет тебя, который не имеет никакого отношения к тебе. Знаете, чье мнение и чьи комменты меня не интересуют? Человек, который живет со мной в одном доме и спит со мной в одной кровати. Вот чьи комментарии имеют влияние на меня, потому что эти комментарии во благо, а не во зло и разрушение. Другими словами, один из принципов, допускает только то, в свою жизнь, что имеет позитивное влияние на тебя. Words, to, who has, who даже, даже если мне нужно измениться, у меня есть человек, который скажет это мне в позитивном, понимаете, да, в духе, в обвертке красивой. Поверьте, у нее вообще нет проблем со мной садиться в машину и рассказывать мне, ну, как все на самом деле происходит. She has no being with me. Я благодарю Бога за такого человека, который может тебе прямо сказать, и не потому, что не любит, наоборот, потому, что любит. У каждого из нас должен быть такой человек в жизни. We all need to have that in our life. Итак. То есть личность не может состоять из чего-то видимого. So, Настоящая личность состоит из невидимых компонентов чести и характера, стандартов. Другими словами, сильная личность ⁇ это набор стандартов и принципов. Вы даже не представляете, сколько раз было покушение на наши принципы, на принципы моей семьи, моей жены, на принципы моей жизни. Другими словами, меня вытягивали куда-то в какую-то битву, где я должен был сразиться. И все эти битвы я оставлял, я игнорировал все эти битвы. And I ignored all these battles и по сей день я игнорирую. And continue to do so. И все эти телеканалы, все эти студии сдались уже, сделая насчет меня роликов. Почему? Потому что пастор Андрей Шаповалов никогда не реагирует. Помните, мы с вами, с, с, те, кто в церкви долго, вы помните эти шквалы, волны одно, второе, третье. Где все эти люди? While, И когда кто-то сильно хочет ответить, я говорю, подожди. Respond, say, подожди. On. On. Успокойся. И это все пройдет. Но когда ты что-то в гневе, во зле запишешь, anger, потом вот это станет твоим наследием, везде это будут показывать. Кто-то понимает? You you и иногда смотришь, да, вот, вот э, голливудские звезды, прекрасные, потом где-то там, знаете, скрытой камеры в баре засняли, и все это видео перепоскудило всю жизнь этого человека. Но мы не говорим сейчас за это, мы говорим о том, как христианину нужно реагировать и жить в этом жизни. Другими словами, in other words, я старомодный человек. Я реагирую только на то, что находится рядом со мной, касается меня, я чувствую твое дыхание и слышу твой голос. Кто-то понимает? То есть вот на это я реагирую. That's what I to. Я не реагирую на надутый виртуал. Я даже я не знаю, кто за этой аватаркой. Может там не Таня, может там какой-то Саня.

Бог тебя соцсетями воспитывать не собирает. <свят> <свят> да, это хорошее поле трудиться, распространять, проповедовать, свидетельствовать, но это не платформа или фундамент для жизни. To use, я там тружусь, но я там не живу, даже если меня там очень много. Меня там нет. I'm, I really don't. Я тут. I'm not there, I'm here. Там моя фотка My out there с каким-то очередным высказыванием. With some Если у тебя невидимые компоненты, есть ли у тебя невидимые компоненты принциповые чести, которые оберегают твою жизнь, решения и поступки? Во время actions? того, как я сейчас говорю, я, я, прошу, я, я просто молюсь, я верю, что у большинства из вас есть. Но я молюсь за тех, за массы, которые нас смотрят, here, за некоторые, кто здесь находится, пожалуйста, дорогие, неважно, как с тобой поступают, какие у тебя принципы, of how you're treated, what do you have? неважно, что тебе сказали, что ты говоришь назад, вот это важно. Если ты не хочешь, чтобы украли твою жену, как ты относишься к жене своих друзей, своего друга? Wife, Если ты хочешь, чтобы уважали твои взаимоотношения, как ты уважаешь чужие взаимоотношения? Ты я знаю этих Дон Жуанов. Не успела там где-то, знаете, ссора в семье. Все, он ей уже помогает коляску грузить в машину. Так это не ее муж, а это человек, который, ну как, сжалился. Я знаю Just этих сжалившихся. The guy that takes pity on her. Oh, да, я тебе помогу. Oh, hey, help me. Let me help you out. Не помоги своей жене. No, hey, you go help your wife. <laughs> Вы знаете, о чем я говорю. You guys <laughs> know those men. Я по принципам как бы, ну, не хочу пробегаться, но я некоторые в, просто вбить хочу. Really я хочу вбить вот эту саму тему принципов. Тему того, что мы с вами должны показывать стандарт. Мы должны вернуть культуру чести назад. Чести и уважения. Вот почему ты падаешь в проблемы, потому что у тебя должен быть барьер был. Ты не служишь один на один женщине. Женщина, ты не служишь один на один мужчине. Have have life, no one -on -one Я не говорю о том, что ты там сел на парковку, к тебе кто-то побежал, там задал вопрос. Я говорю, ты не служишь, не консультируешь неделями женщину. Не консультируешь. У, у, у нас со Светланой принцип. My wife and I have a principle. Сколько раз подходят ко мне девушки, женщины, и говорят, я хочу консультацию у пастора Андрея. Я говорю, консультация только будет у пастора Андрея и у пастора Светланы, только вдвоем. So, no, не потому что, дорогие, не потому что меня что-то зацепит, а потому что это принцип, это красная линия, туда я даже не подхожу. Я даже не хочу, чтобы кто-то начал что-то говорить. Вот почему тяжело обвинить меняемую Светлану в воровстве из церкви. О, сколько людей пытаются это сделать, я умоляю, вы даже не представляете. So church, вот почему я поставил четырех людей, которые не являются членами семьи и договориться не смогут управлять финансами. Kind of чтобы меня там даже не было. So и эти четыре человека друг друга перестраховали. И все. Kind of Поймите, семья, все очень просто. Делается принцип. Это не потому, что ты не залезешь в деньги. Это дело времени. Когда ты туда залезешь, занять. Вы знаете, как это все. У меня нет в церкви есть займука я. Where you kind of slowly start borrowing from the church, maybe borrowing money. Руки отсохнуло. Даже не прикасайся туда. Don't even try. Это дали Богу. That has been given to God. Когда захотят тебе дать, подойдут к тебе с конвертом и скажут, мы тебя хотим благословить. Вот это твое, не переживай. You, you you. Дорогие мои, нет. Принципы. Кто-то понимает? Принципы, оберегающие твою жизнь. That your life. И оно так во всем. Семья, везде. Принципы взаимоотношения в семье с противоположным полом. Принципы с алкоголем. And that даже расставаться с людьми... <coughs> Поверьте, многие люди проходят, уходят, приходят. Но один из принципов, мы должны правильно расстаться. Кто-то понимает. People, Я не всегда могу это сделать, потому что, ну, чаще всего меня просто послали. I I Я пошел. Но когда люди действительно хотят адекватно сесть и поговорить, But с удовольствием, добро пожаловать. Like Понимаете, yeah. семья, о чем я сейчас говорю? Выстройте ваши принципы, вы должны их знать наизусть. So тем людям, которые сейчас только начинают, только начинают встречаться, только только хотят жениться, пожалуйста, пропишите эти принципы друг с другом. Date, really мы со Светланой только-только начали встречаться, потом а, 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 потом были обручены, и наши первые несколько недель мы проговаривали принципы друг к другу. We we weeks, we наши принципы тогда еще были детские, потом они изменились, откорректировались, но они были. At first they were very elementary, but then they were shaped and molded. But they were there. Было, от эти, от, от, от there was something there that held us back from sin. 25 друг and 25 years later, we are absolutely loyal to each other. Верны любви, верны кровати, понимает, in love, in bed, in relationship. И поэтому я имею смелость выходить сюда и толкать эти темы, потому что я прозрачен стою. Really too, so поэтому некоторых, кто ходят в принципах, обвинить и хотят в краже, в блуде, в воровстве. Кто-то понимает? So я всегда говорю, когда кого-то хотят облить, это значит у него этого нет. Потому что есть принцип, грязь грязью не обливает. Because there's a principle that the dirt cannot get dirt, dirty kind of Облить. Да, да, грязь грязью не заливают. <laughs> То есть, что их заливать? Дьявол даже не касается людей грязных. Он их просто держит грязненькими. The Жизнь, just keeps those people dirty, leaves them alone. Благодать Христа покрывает. Благодать Христа покрывает людей, которые признают свою ошибку, каются перед Богом и пытаются исправить свои пути. Вот кого покрывает благодать. Благодать не покрывает скрытый грех, где человек знает, грешит, не кается и продолжает жить тайной, грязной жизнью. Благодать покрывает раскрытый, исповеданный и ненавидимый грех этим человеком. Вот что благодать покрывает. You знаете, чему я удивлен в наше время? And I'm surprised in our time right now. Я был еще, знаете, я был воспитан еще в пятидесятническом движении. I grew up in a Pentecostal movement. В таком, знаете, в, в более религиозной структуре. More religious structure. Вы знаете, там не было много, как вам сказать, там не было много чудес, знамений, славы, исцелений, изгнаний бесов. Там этого не было. Я не говорю за всех, но в большинстве там было чести и принцип. Я не говорю сейчас за религиозную церковь, поймите, я um... не в этом дело. Я говорю за Поколение, которое жило тогда. Я говорю о поколении, которым сейчас 40-50. Right сейчас все наоборот. Right now сейчас практически в каждой церкви знание беса, исцеление больных, слава Божия. Кто-то понимает, почему я говорю. Все, представьте, мы достигли то, о чем мечтали. Мы всю жизнь мечтали. Я помню, с пояснителей перешел в харизматию, и все было настолько сухо, что ты там за капельку славы воевал.

Я знаю людей, которые ходят в славе. Опять же, говорю, Джереми такие интересные новости рассказал. Они продолжают двигаться в своих функциях, дарах, талантах и помазаниях. Но абсолютно аморальный образ жизни. И Я говорю, Бог, что это? Like, Он говорит, да, вы отвоевали чудеса, знамения, изгнание бесов. Сейчас никто не, уделяется, не удивляется от того, что люди во время поклонения лежат на полу, махают флагами, плачут, кричат. Кто-то понимает это? Right Норма, и это во многих церквях. Но сейчас, дорогие, время с этим, знаете. Когда зашла, как вам сказать, вот эта любовь папочки, поймите, о чем я сейчас говорю, я хочу сейчас объяснить. So Пришла вот эта гиперблагодать. знаете, да, вот эта you know, Это говорит о том, что я могу находиться в славе, в атмосфере, не меняя путей моей жизни. Продолжать жить в блуде, в гражданском браке, продолжать принимать наркотики, продолжать красть, врать, продолжать жить своей жизнью. Почему церковь стала просто настолько умной сейчас? So и они сейчас используют откровение любви Бога. Раньше был страх один. Никто не знал Бога как папу. No Все знали как карающего Бога, и этот страх удерживал людей, большинство людей, и они жили жили в чистой жизни. Не из-за любви, а из-за страха. Перепуганный святой. У него принципы не из-за того, что у него принципы, у него принципы потому что из-за страха. He had principles, not to have principles, but because of fear. От меня. Get Женщина. Away from me, woman. Ты не моя жена, Ой, держись на расстоянии. Сядь в женский ряд, не мешай мне. Go sit with the rest of the women. <laughs> Вы помните то время? You remember that time? Да, там были принципы, но они были есть больше из-за страха. They were principles, but they were out of fear. Дорогие, мы сейчас должны вернуть культуру не только славы, чудес, любви и откровения о благодати Бога. Мы должны преподать следующему поколению об ответственности, of responsibility the славе Бога, об ответственности за, свою, за свое хождение, мышление и поступ. Библия называет все, что вне брака называется блуд. The Bible says of is sin. Все, что в браке с чужим партнером называется прелюбодеяние или предательство своего партнера и супруга. Or if you're cheating on your spouse, is нас все границы стерты, мы всех обнимаем, иногда держим подольше, чем надо. Our boundaries are blurred, we hug everybody, hold them a little for a second longer. <laughs> <Yeah>. <laughs> Иосиф был гол, как сокол. Я буду потихонечку за, за, закручиваться. Joseph was pretty bare. Смотри, empty Иосиф был гол, как сокол. Ничего не было у этого человека. С него сняли одежду, даже забрали ту разноцветную одежду и кону, кинули его полураздетым в яму. Pit, но, дорогие мои, я не буду читать, вы все знаете. Но весь путь, который он прошел до самого трона и позиции управления, он прошел невидимые принципы, о которых он говорил именно там. Когда он работал, он работал так, как перед Богом, и его заметили. Когда какая-то женщина захотела его затянуть в кровать, он сказал, не имею никакого права касаться тебя. Bed, he had, he said, no right to Все, что он делал, это были принципы, поймите, не которые Бог ему дал, а которые он выработал в себе, живя и учась у своего отца и у, как отец жил. И даже будучи в молодости, он развил эти принципы и вышел победителем. Христианство последнего времени практически не знаком концепт чести. Большинство бегает за дарами, призванием, помазанием. Но кто будет идти за чистой жизнью, чистым мышлением? Кто будет ходить за принципами, оберегающими тебя от греха? Вот сейчас через две недели будет мужской энкантур. In two weeks we're gonna have men's encounter. Семья, поймите, большинство с чем мы будем иметь дело, это с людьми, у которых стерты или нет принципов. Many people will be dealing with are people who have no boundaries or they're totally blurred. И так хочется просто, понимаете, каждый раз, когда мы проводим просто хочется вбить, пожалуйста, сделай решение. Я один из тех. really decision кто твердо решил идти до конца, поставил принципы в моей жизни. Я не играю в церковь. Мы будем восстанавливать культуру чести, семья, мы будем это делать. Если будут стоять лидеры или служители в этой церкви, это будут только зрелые, проверенные люди. Люди, у которых они имеют то. Что они, они имеют что-то, что сказать? Они прошли свои экзамены. Вот о чем я мечтаю в семье. Пусть у нас немного будет учителей, но все они будут примером, на которых приятно смотреть. That's to look at them. Почему? Потому что у всех есть битва. Why? Has a Никто в эту жизнь не пришел вот вот просто, знаете, на перине приплыл. No one just came into this life with the... Silver spoon. You came into this life with shortcomings and with certain accomplishments. And by putting principles down in your life, they start to build your life. Почему, вот задали такой вопрос, почему большинству людей, большинству, не всем, question, people, почему большинству людей нравятся такие фильмы, как «Гладиатор», «Трой», Триста спартанцев» и так далее? Вы знаете, о чем я говорю? Like Troy, почему нам нравится фильм «Страсти Христа»? Потому что в этих фильмах в главных ролях находятся люди и нас это подрывает, когда ты смотришь эти фильмы. Их много, разных, их много примерно таких фильмов, где есть герой, который ходит в честь There are many movies like that, where you see the hero who walks in honor. такой, вау, like, wow, во были времена. You're like, wow, those were the days. Дорогие мои, времена не изменились. Hey, the days have not changed. И чемпионы есть на этой земле. И я бросаю тебе вызов быть одним из них. Не болтать, а жизнью доказать, результатами доказать, кто ты и показать свои принципы. Talker, Вы знаете, мне сейчас нравится, потому что некоторые ко мне подходят и уже не просят двойного помазания. Слава like... Богу. Это отдельная тема. Они спрашивают Андрей, скажи мне, как ты добрался до этого. They asked me, tell us how you got to where you are. я такой, о, вот это мудрый человек. And I'm like, hey, that is a wise person. И я начинаю делиться принципами моего сердца. And I start sharing the principles of my heart. Я говорю, у тебя сейчас есть вот это? Есть. Said, right yes, yeah. Он говорит, есть. Я говорю, сейчас это не проблема. Like, right Но ну, если ты не поставишь сейчас межу или But забор, это будет проблемой. Вау, wow, серьезно? Я говорю, да. Really? Yeah. <laughs> ага. Из чего состояла личность Иова? So Job, what did his personality consist of? Из принципов. From principles. Иов 1 -1. Job 1 -1. В земле Уц жил человек по имени Иов. There was a man in the land of Uz named Job. Это был человек непорочен. And that man was blameless. Принципы. And upright. Ну, no, ну, no, я сейчас говорю принципы, да. Oh, meaning principles. Principles, да. Потом написано праведен. And then it says he was upright. Это характер. That is character. Жил в страхе перед Богом и сторонился зла. Это честь. And the one who feared God and abstained from evil and that is honor. Это значит, я не сяду, даже Давид говорил, не сяду, не пойду. не сяду за стол с разбойниками в вертепе, не буду сидеть с теми, кто хулит имя Бога. Like said, to the, to the я задаю тебе вопрос. У so oh, меня из-за этой вещи очень многие, ну, в мое время, когда я это делал, они меня терпеть не могли. This, I, I to когда мы сидели за столом, we, we table, и кто-то начинал вульгарно что-то говорить или материться, или, знаете, то есть... Это, я, я, я не говорю, это, это было, не, ну, как вам сказать, набожные люди, неверующие. So like people, я вставал и я уходил. Я говорю, или ты следишь за языком. Себе like, это еще было до моей свадьбы, до, до того, как мы еще со Светланой познакомились. Это было еще, когда я пацаном был. Это было, like я сделал Это решение. Потому что я познакомился был. Богом. как я не хотел больше слышать Это и я вставал и Это было еще, у я пацаном еще, Это было еще, когда я пацаном был. я Это я я Это я на следующий день опять кто-то матерился, я вставал, уходил. До тех пор, пока они странно перестали при мне курить and и till... материться. Я серьезно говорю, я не шучу. Very oddly, they stopped cursing in front of me Одно из правил было, что мы с вами тусуемся вместе около костра. Знаете, как пацаны? Я говорю, я не могу вдыхать дым, и я не хочу видеть пьяные матерящиеся рожи. Все. I cannot inhale smoke and see drunk faces. Это не говорит... Семья. Почему? Потому что я такой принцип сделал. И самое интересное, не я поменялся, а мои друзья изменились. Change, без напряжения, без атак я просто вставал и уходил. После нескольких раз моих подъемов и уходов and after, они перестали курить и материться. That, Настоящая история, ребят, true, без преувеличения. True story, no Потом в процессе Бог мне сказал а, задать им вопрос, и если кто из них не пойдет за мной, Бог говорит, если не пойдет за мной, то, говорит, оставь это общество. Said, the question, me, guess, и потом, да, время я с ними пообщался, и потом, когда я с ними сидел, я говорю, ребята, я сейчас полностью посвящаю свою жизнь Богу. An like, они знали, они там, ну, кто там богомол называли, кто, знаете, у них разные давали такие, ну, бирочки. Knew, their, like, и я говорю, сейчас, ребят, кто из вас, если кто из вас хочет со мной общаться, мы будем общаться с вами на территории церкви. Said, me, Несколько человек за мной пошло, a few people followed me. отдали свою жизнь Богу, they gave their life to God, и они были на то время в церкви. And at that time they were in church. Со всеми остальными людьми, которые не захотели меняться, я разорвал свои отношения. Я бросаю вам вызов себе. And I challenge you today. Те люди, которые, я понимаю, мы, мы должны жить, поймите, они не должны там шугаться мира. Но мы должны тоже мир или он меняется, and the world either it changes, преображается и идет за Христом, evolves and goes after Christ, или я просто трачу мое время. Or I simply just waste my time. Другими словами, определенное время я нахожусь в этом обществе, приношу им принципы, I bring to them principles, если есть вещи, не меняются, меня там не будет. Поверь. Me, Если ты задержишься там чуть дольше, longer, не ты их изменишь, они тебя. Them, ты с ними закуришь, заматеришься и запьешь. Uh, и я это видел сплошь и рядом. И потому, когда Бог призывает тебя, so you, Он призывает тебя выйти из этого общества. Crowd, И когда Он тебя возвращает туда, говорить о Нем. To to him, это говорит о том, что там должен происходить результат. Если там не происходит долго результатов, это время покинуть. Они знают о Боге, они не хотят делать решение идти за Ним. Ты сделал все, что ты мог. And if there's no results, you, you did all you could and they just didn't make, didn't want to make that choice. <laughs> Poymite, bittwa, ade, the battle of hell is not around anointing. Chudea, Signs or wonders. характера и принципов чести. It's principles, characters and principles of honor. И как только дьявол лишил тебя чести, and if... твое помазание никому больше не нужно. You no Кто-то заметил, что Сколько из вас How many of you? в прошлом In the past, слушали каких-то влиятельных людей. To И потом вы узнали, что действительно, кем они являются в реальности. И вы оставили их слушать. And you to them. Сразу скажу, я был такой человек. Почему? Потому что для меня принцип дороже помазания. Кто-то понимает? Честь превыше помазания. I can to that honor yeah. Вот почему Бог помазывает. Он ищет людей чести, чтобы помазать. So Если в глазах Бога честь превозносится над помазанием и талантами, дарами, God, то точно такой принцип я делаю в моей жизни, в моем служении. Для меня ты интереснее не с дарами и талантами, а с твоей честью и принципами жизни. И первое, and first thing... помазание никто контролировать не может, даже если кто в зале. Бог просто подарил тебе помазание, дал тебе дар, и все, ты не зарабатывал. Поэтому я не могу приближать тебя на основании помазания. Это ты его не как вы сказать, ты его не выработал. And I can't use that because you did not develop those things. In your life. It was gifted to you.

про как вы сказать, у них был провал в жизни really первое это нужно признать что это провал не прятать а открыть первый принцип чести называть вещи своими именами даже если это в твоей собственной жизни Even if it's in your life. пролет так и называй был пролет сильнейший пролет Admit it. и поэтому я

Их любовницы сдали, там домохозяйки сдали, там кто-то какие-то другие друзья сдали. Редко видно настоящее раскаяние в этом поколении. They get they get on by their or но я, но я не собираюсь соглашаться под. Знаете, вот с этим духом мы увидим с вами настоящих личностей, принципов и чести в следующем поколении. This, мы увидим людей, вот здесь стоящих, в следующем поколении, которые будут в чести и учить о чести. Honor, oh, поверьте, я давно вырос уже, чтобы не обращать внимания на помазание. Мне интересно, когда человек сходит со, со своей сцены или со своего пьедестала. И мне интересно слушать и наблюдать за их реакцией именно в это время. And to them and watch their in that state. Когда их никто не видит и не слышит. Теперь началась совсем другая битва. A battle has Никогда не думал, что мы придем сюда. Лет десять назад я был захвачен битвой с, с религией. Вы помните сами, церковь, центр трансформации, это был первопроходническая церковь насчет чудес и знамений глобально для русскоязычного поколения. Transformation center was Она сгудели все каналы в негативную сторону против нас создавались сайты, целые писались книги, создавались уставы в церквях, и там наши имена. There was so much us. Что это бесы, с этим не общаться, это нельзя, это еретики. These are demons, don't have to do with Уникально то, что придя сюда, церкви уже 15 лет, отвоевано практически все. Уже никто ничего не говорит насчет чудес и знамений. Никто! 15 назад, saying anything against signs, wonders and miracles. Большинство из вас, кто здесь, кто слушает, выставляют фотки с Елеем на руках, там ангелы, там это видимые, ощутимые вещи, обсыпала там славой, золотом, там неважно. И большинство, ты увидишь 30 комментариев позитивных. And you see 30 comments positive comments. И несколько, конечно, будут отвратительных, но это нормально. Раньше, дорогие, все было наоборот. Back then, everything was opposite. Ничего позитивного. Я помню, как помню, тогда еще не было ни Инстаграма, ничего, был Твиттер. Динозаврам физкульт привет. Hello to the dinosaurs. У нас был только Твиттер. Ох, мы твитали. And we так твители. И вы знаете, там после очередного там твита Бог мой, там и, и я и на тебе, <laughs> я там и на, я не хочу называть, не хочу я называть передачи эти. Ну Did... не, не хочу я давать рекламы. Ну вы все знаете, о чем я говорю. И там прям во все там твою ленту прям по телевизору ленту твиттера. я такой читаю свои Твиттеры с ихнего с ихней передачи. They... You помните И там всех разносило, как это слава, как эти чудеса, и вот они в ресторанчиках, вот они в ресторанчиках. Were so at the glory and then... Кто из ОГС oh помнит ресторанчики, ресторанчики? <laughs> Чудеса-ресторанчики, чудеса-ресторанчики. Сейчас этого ничего нет. To the past. Now it's not here. Выставляешь любые чудеса и знамения. Мой кот больше набирает лайков, чем, чем слава. Серьезно, иногда думаешь, кот, что, котов, тебе ленту котов делать, что ли, чтобы well, лайкали Выставляешь о, реальных чудесах, о реальных чудесах. Чуд... Нет, поймите, это неплохо. I mean, it's not bad. Я говорю о том, что это именно хорошо, что это стало нормой для нашего времени. Но я говорю, семья сейчас, мы сейчас с вами совершенно в другой битве. Семья 10 лет, 15 лет назад, мы были с вами в видимой битве за славу Бога. 10, ago we Сейчас семья поднялась, в поколение, которое выросло на чудесах и знамениях, но не имеет принципов и фундамент. Right мы с вами были воспитаны в поколении, где мы умели, и мы знали, что за все стоит, за все платится цена физическая, душевная и духовная. Сейчас знаете, что больше всего на на набирает негативных комментариев? And right now most Когда выставляешь топик о том, что платить цену надо, Бог мой, и я такой, знаете? Один раз я просто посмотрел, что творится насчет цены. Не мой топик. Один из людей, кто-то выставил очень интересную новость. И я такой просмотрел, думаю, вау. When you post that talks about да then никакой you see... цены нет, все уплочено. Вы все знаете, о чем я говорю? When you post... Все схвачено, заплачено. When you post you you see, и эти люди говорят, да никакой цены нет. And people say there are, there is no price. Jesus paid for everything. Nothing is given just because there's a price. Jesus paid the price. За, за то, за то, что, то, Only for the things that you and I cannot pay for.

Oh, и что сейчас? Мы с вами живем в поколении, где все доступно. We live in a where is все бесплатно. Is free. Везде, где там какая-то маленькая цена или что-то... Nee, не не, не. The Мы живем в поколении, где все скачивается, сдирается, передирается, копируется, штампуется и распространяется. О, uh, ну ты не знаешь, сколько мне стоит стоять здесь и говорить это. But you have no idea what it me to stand here and tell you these things. Uh, да, кушай бесплатно, нет yeah, проблем. Eat for free, no problem. Но взять ты это не сможешь, ты это можешь только выработать. But you cannot take it, you can only develop it. Okay. Ты со мной еще? Are you still here? Я оканчиваю. I am concluding. Оканчиваю Помазание и дары — это продукт неба. Anointing and talent are the products of heaven. А честь принца и принципы — это продукт человеческого сердца. Сейчас мы в сезоне восстановления стандартов чести, отцовства. И right это мы сейчас можем наблюдать много чудес и знамений, но очень видеть мало правильных мужей, правильных uh, жен, правильных семей. Right now we can observe a lot of miracles, but we hardly ever see the, uh, loyal husbands or wives or families that are good. Настоящих, настоящих хороших взаимоотношений. Really good relationships. Huh. Интересно, никогда не мог подумать, будучи человеком, знаете, еще лет 15-20 назад, что я буду сейчас здесь стоять и говорить, что не чудеса и знамения меня волнуют, а позиция человеческого сердца. Никогда не мог подумать, что блуд среди христианства станет нормой. Никогда не мог подумать, Никогда не думал, что кража, ложь, с кафедры станет никто сильно внимание не обращает. The никогда не думал, что церковь будет знать о похождениях блудливых своего пастора и продолжать его покрывать все нормально. Never that никогда не думал, что церковь, зная, что пастор его знал. Turning a blind eye, never would have thought. Wow. Но мы будем об этом говорить, амантими. Мы, мы, будем, мы будем культивировать эти принципы. We will these Давайте мы поднимемся, я, я останусь на этом. I'm gonna make Давайте a мы поднимемся. Here. Let's rise. Буквально... Можно за клавишу, да? Есть кто-то? Есть, нет? Um, прослушав это все, Listening to all of this, я уверен, что большинство из вас проверяли принципы своего сердца. Sure Некоторые люди там скажут, но ну, я не хочу там закон, жить по законам. <laughs> Семья — это не закон, это принцип. Law, Этот закон не уничтожает тебя, он оберегает тебя. You, он оберегает твою душу от ран. Твое сердце от боли. Закрой свои глаза и просто попроси у Бога показать тебе, что должно быть исправлено в твоей жизни. Именно в это воскресенье сейчас не проси о помазании, о чудесах, о призвании, or о, о каких-то дарах, предназначении, функции. Не проси. Don't ask. Попроси Бога дать тебе, указать тебе на невидимые компоненты сердца. Ask him to to you the of your heart. Просто скажи ему, любимый отец, покажи, что должно быть исправлено в моем сердце. Исцели мое сознание там, где были стерты границы, и я думал, думала, делал и делала что угодно я заметил дорогие что границы они именно в, большинство они они в сознании они оберегают твое сознание от неправильных решений и действий и я прямо сейчас прошу дух святой указать каждому из нас кто здесь кто смотрит слушает

Неправильные взаимоотношения с противоположным полом. Я позволяю то, что нельзя позволять. Может быть, у меня размытые границы насчет алкоголя, и я ловлю себя, когда я уже переступил все границы. Может, я не могу держать язык за зубами, и я лгу, лгу и лгу. Maybe I'm just an impulsive liar. Может, я просто лжец. Maybe I'm just a liar. Когда мне выгодно, я манипулирую ложью и людьми. Попроси а прощения и скажи, отец, помоги мне поставить тут границу. For and say, help me put up the Поймите, семья, это очень как бы недуховная тема, ведущая к очень духовному образу жизни. Дорогие, я заметил, что именно вот это, то, о чем я говорю, молюсь, оберегает меня и указывает мне будущее, путь в будущее. А сколько людей смотрят и говорят, о, мы хотим семью, как у тебя, или мы хотим семью, как у этих людей. So hey, like Дай-ка я тебе расскажу, чего тебе будет эта семья стоить. Let me Да, я тебе расскажу, чего тебе нельзя касаться, куда нельзя смотреть и о чем думать запрещено. Это не говорит о том, что у тебя не будет искушения, это говорит о том, что у тебя есть граница. it

Я прошу Бог, пожалуйста, подними людей с честью, с принципами, with honor, with с правильным характером, with right чтобы вести следующее поколение. Да, мы все хотим прекрасные семьи, но как мы ведем себя по отношению других семей? Мы все хотим быть иметь верных супруг, супругов. Но насколько мы верны им? But how loyal are we to them? Насколько мы разрушаем чьи-то границы в чьих-то семьях? Well насколько мы уважаем чужие границы и семьи? How well do we respect other people's boundaries? Я прошу тебя подними поколение. Чистое, честное, pure, honest, имеющее границы, которая сможет учить. Who will be able to teach. И действительно, когда возлагают руки, возлагают чистые руки, слышат чистую речь. And listen to a clean, um, speech. Спасибо тебе, Иисус. Thank you, Jesus. Обличай нас. Us. Помоги нам увидеть, Help us see что должно быть исправлено и создано в нашей жизни. Мы подчиняемся тебе, Дух Святой. We're to you, Holy Обличай нас обличай нас. Мы хотим слышать Твое обличение. Говори к нам. Мы не будем закрывать уши. Говори к нам. Говори, где должно прийти исцеление. Дух Святой, говори, где должно прийти покаяние мы слушаем Тебя и благодарим Тебя за Твою функцию в нашей жизни. Спасибо Тебе, Дух Святой. И все сказали Аминь. Присядьте, семья, присядьте. Поздайте Ему славу.